Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет обзор и вскрытие цилиндра фирмы Flag. Это пятипинка, английский профиль. Замок ранее не вскрывал. Сколько продержится, какие пины, сказать не могу. Увидим вместе, после того, когда его вскроем и разберем. Так, открывать я его буду против часовой стрелки. Значит, вскрывать буду клюшкой 0,4 мм. И как мы видим, вскрытие супер-мега сложного цилиндра. Давайте мы его сейчас разберем быстренько и посмотрим, какие здесь пины. Думаю, это у нас много времени не займет. Так. Поднимем немножко выше. Вот так вот. Это все. Давайте начнем с плага, с кейпинов. Оп. Обратите внимание, пины обычные, кей-пины, ровненькие, красивенькие, аккуратненькие, но без каких-либо проточек. Так, и давайте теперь посмотрим, какие пины здесь установлены. Оп. Обратите внимание на пины, пружинки. Пины у нас обычные, бочонки, не точенные. Имеется снятая фаска на каждом пине. Пружинки желтые и кей-пины также являются обычными. Если мы изучим плаг цилиндра и корпус замка, то я думаю, мы тоже не найдем никаких видимых усложнений. Что могло бы помешать вскрыть нам этот замок. То есть, как вы видите, обычный замок. Флаг. И вот такой вот плаг у этого замка, цилиндра. Никаких проточек в лузах нет. Цилиндр самый обычный, самый простой. В общем, на этом я заканчиваю это видео. Если оно было полезно, оцениваем. Оставляем свои комментарии по возможности. Постараюсь ответить, если будут какие-либо вопросы. Всего хорошего.